Черногория – один из самых молодых и красивых курортов Европы. С одной стороны море, с другой – горы, что может быть лучше? Однако футболистам нашей команды сейчас совершенно точно не до красивых видов. Сбор в городе Будва многие диновцы считают необычным, ведь подготовка здесь идет не только к решающим матчам чемпионата России. Пушкари смотрят на шаг вперед и понимают, что едва ли не главные матчи сезона для нас пройдут в конце апреля в Лиссабоне. Полуфинал Кубка УЕФА с Кайратом – первостепенная тема для обсуждения, несмотря на то, что перед этим Дине предстоит встретиться в Суперлиге с Газпром Югрой и Сибиряком. Эти команды, конечно же, разные команды, но по своему качеству футбола, по подбору высококлассных футболистов, это команды где-то такого хорошего топ-уровня. Поэтому этот отрезок будет очень показательным для нас. Лучший бомбардир Суперлиги Эскердинья наверняка приготовил голы на важный отрезок сезона. Хотя в Черногории бразилец, недавно сменивший имидж, работает по индивидуальной программе. Нынешний сбор любопытен еще и тем, что тренерский штаб Пушкарей не предоставит своим подопечным ни одного полноценного выходного. Да, этот сбор отличается от предсезонного сбора. Там все-таки он более длительный. И задачи ставятся разные в тот период и в этот период. Сейчас идет соревновательный период, у нас есть конкретные цели. Это подготовка к заключительной части чемпионата и, соответственно, подготовка одновременно еще к финальной части Кубка УЕФА. Поэтому сбор укороченный, 2 3-дневных основных цикла, между ними один полувыходной. К концу 2-го 3-дневного цикла в Черногорию подоспеют Ян Кузинок и Андрей Заболонков. Оба, конечно, хотели поехать в Боснию и Герцеговину вместе со сборной России, но в итоге туда отправился только один игрок Дины – Данил Кутузов. Без сборников? Ну да, не хватает людей, но ничего страшного, они там тоже тренировались. Сегодня вот уже должны приехать и тоже, наверное, наберут какие-то кондиции, подышат воздухом, и все будет хорошо. Под занавес сбора уже с Кузинком и Заболонковым в составе диновцы проведут один товарищеский матч. Встреча с сильнейшим клубом Черногории «Агама» станет неплохой проверкой перед важнейшими встречами Суперлиги и, конечно, Кубка УЕФА. Команда нам не очень, может быть, хорошо известна, но известно, что это команда из Югославии, значит, команда очень техничная, которая исповедует силовой мини-футбол, поэтому на этом этапе для нас, наверное, это оптимальный соперник. А соперники посерьезнее будут у Дины позже, когда команда вернется в Россию. Пока же пушкари продолжают тренироваться и любоваться красотами Будвы. Хотя времени на второе катастрофически не хватает.